Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. И мы с вами возвращаемся к моим философским текстам. Наверное, я уже разобрал большую часть моих маленьких таких и более-менее интересных философских работ. Основательные я пока держу в секрете. И сейчас я перейду к разбору текста «Язык и мнение». Ну и подзаголовок «Ортодоксология языка». Что же мы здесь имеем? Начнем с того, по крайней мере, что я не специалист в лингвистике, филологии, в языке и так далее, так далее, так далее. Об этом упомянуть, конечно, обязательно. Во-вторых, я не являюсь специалистом в аналитической философии расы и философии языка как таковой. То есть я не являюсь академическим таким знатоком этой темы. Здесь я предлагаю теорию языка и связь языка и мнения в соответствии с моим мировоззрением ортодоксологическим. То есть это разработка. Разработка по преимуществу даже черновая, с которой еще надо очень много-много работать и очень многие аспекты нужно обосновывать. Но, по крайней мере, эта работа мне была нужна, чтобы понять, смогу ли я как-то работать с темой языка более подробно, чем в рамках афоризмов. Так, да, это я тоже здесь прописал, то же самое, ну, правильно сделал. А какая основная идея этой книги? Сразу же перейдем к идее. Язык, оказывается, это мнение. Да, в общем, вот и вся идея. Язык это мнение. Почему язык это мнение? Потому что мы не можем рассматривать мнение в отрыве от его многогранного содержания, которое включает в себя языковые, эмоциональные, образные, чувствительные и прочие мотивы. Мнение – это не просто формулировка, сделанная на том или ином языке. Мнение – это мощная психическая конструкция. Язык – часть мнения. Это, очевидно, следует из выше обозначенного подхода к пониманию мнений. Напоминаю, что с ортодоксологией все понятно, но, по крайней мере, вы можете видео посмотреть, не будем здесь очень сильно заострять внимание на этом. Да. Приступим. Язык догмы. Догма и язык. Догма, мнение, вера, убеждение, догмат в самом общем смысле, без привязки к каким-либо религиям и способам трактовки, это все одно и то же. У греков, в общем-то, все это обозначалось одним словом, да. Это слова, обозначающие разновидность убежденности. В истории человечества все они так или иначе переплетались друг с другом. Например, слово догма на греческом означает мнение, это я уже только что сказал, да. Продолжаем. Не будем дальше раскрывать вот эту всю историю, подноготную догмы и мнения, как это все в истории происходило. Это тоже все можно делать очень долго. Приступим вообще к теме. Буквы и иероглифы, почему они являются мнениями, разбирается. А почему? Почему? Надо вспомнить, почему я так решил. Язык начинается с определенных символов. Обыкновенно среди них выделяют буквы и иероглифы. Буква отличается от иероглифа тем, что она не имеет самостоятельного значения. Впрочем, это не совсем так. Ну, то есть, если мы к иероглифу представляем какое-то значение, то это уже получается некоторое мнение. Мы хотим, чтобы это иероглиф и это значение соответствовали друг другу. Определенное желание, определенная убежденность, определенная определяемость. Вот такая тавтология будет. То есть существует определение, если существует определение, то существует и догма. С буквами немножко сложнее. Ну, потому что буквы, они соответствуют не со смыслом, они соответствуют не смыслом, а звукам. Здесь мы можем попробовать копнуть в некоторую такую хитрую область, где буквы все-таки соотносятся с определенными какими-то значениями. Ну, например, русский алфавит у нас есть, там, не знаю, я, язь, вот эти вот, где под каждую букву имеется какое-то слово, которое его раскрывает. Ну и дети обычно учат алфавит, там, не знаю, а, асфальт. Да, вот эти вот, знаете, в алфавите есть буква и слово, которое вот так, ну, которое показывает. Вот есть какое-то слово, которое начинается с этой буквы. Б. Букашка. М. Маргинал. И вот такие вот идут мнительные структуры алфавитные.
Сам алфавит является в каком-то смысле мнением. Ну, определенная последовательность букв, которая традиционно сложилась и которая воспроизводится только в одном и том же виде всегда, ну, это определенно догматично. Но с буквами все, конечно, сложнее. Оно не является полноценным мнением буквы. Не является полноценным мнением, и с ней уже ничего не поделаешь. Слова. Слова являются мнениями. Определенно, слова сами по себе являются мнениями. В каждое слово помещает смысл. Значение, если мы к Фрёге оперируем, и смысл и значение. Если не апеллируем к Фрёге, то просто смысл в нем есть. Также каждому слову образ какой-то у нас прикрепляется. Ну, не знаю. Ну, например, я говорю слово «очки». Вы все вообразили очки. Все вообразили же очки, я думаю, все смотрящие, да? Какие очки вообразил я? Вот, вы теперь можете вообразить, какие вот эти вот очки. Вот эти очки самые я вообразил. Мои круглые очки. А, да. Я их вообразил, и вот они у меня, вот у меня образ очков возник. И слово «очки», они как-то там связаны интересным образом. Да. Здесь же разбираются уже остенсивные определения, почему-то быстренько. То есть остенсивные — это значит указательные. Слова, кстати, работают... Это в теме слов? Hey. Да, это я разбираю слова. Очень подробно решил разобрать слова, и очень рано, потому что там дальше будут разбираться остенсивные определения. Так вот, что значит остенсивное определение? Очки. Вот передо мной очки. Вот передо мной очки. Перед вами очки, друзья. Видите очки. И я показываю на них и говорю, это очки. Я сделал остенсивное определение очков. Указание на конкретный объект. Также мы можем указать на часть конкретного объекта. Как эта штука называется? Ладно. Стеклышко очков. Стеклышко очков, да? Все. Часть предмета я показал пальцем. Кто-то мог бы воспринять это как все очки. Я мог показать это так пальцем. Очки. Очки. Это очки. Или мог бы показать на это пальцем, на вот стеклышко, сказать, стеклышко от очков. Что я подразумеваю, что я имею в виду, это определяется мнением уже. Определенным. Некоторым. Третий способ – абстрактное указание на группу предметов. Не знаю, я кидаю вот эти вот очки в кучу других очков и говорю ребенку, смотри, это очки. Видишь, много очков, там много очков. Можешь взять себе очки. Вот. Несколько таких вот форм определений остенсивных. Потом они будут разбираться подробней. Такие определения тоже являются мнениями. Потому что, вы понимаете, в чем проблема в данном случае? Остенсивное определение нужно определить. Нужно узнать, не определить, узнать. Не будем тавтологию использовать сейчас. Нужно узнать, являются ли остенсивные определения мнениями. Ну, потому что понятно, что общие определения, какие-то универсалии, какие-то такие вот странные вещи, которые невозможно подтвердить, невозможно опровергнуть, они являются мнениями 100%, с этим практически все согласятся, и здесь не о чем спорить. А является ли слово «очки», которое я употребил в отношении этих вот очков, мнением? Вот это уже другой вопрос. И вот эта позиция доказывается в данной главе. Предложения, ну, соответственно, поскольку слова являются догматичными, предложения тоже являются догматичными. Абзацы в соответствии, главы, тексты в целом и группы текстов тоже являются догматичными, потому что слова являются догматичными, предложения, у которых, кстати, немножко свой тоже смысл, оно понимается не только из каждых отдельно составляющих его слов, но и из общей совокупности слов, и понятно, в общем, с этим тоже все. И, соответственно, с группами текстов тоже понятно. Чем больше, в общем-то, букв и текстов, тем больше мы имеем дело с мнением. Да, очень короткая глава. Потом разбираем остенсивные определения, но мы с вами с ними уже так немножко потыкались, потыкали в мои очки, да, и получили остенсивные определения, немножко их разобрали. Поняли, что они являются мнениями, и этого нам, в принципе, достаточно. И из этого мы выводим, что язык является чисто идеальной системой. Что это значит? Вот на примере математики и логики все просто. Математика – чисто идеальная система. Чисел не существует, мы не видим чисел, они существуют только у нас вот здесь вот в голове. А почему это идеальная система? Ну, потому что она идеально, замечательно работает, позволяет идеально делать идеальные, совершенные доказательства тех или иных положений. Мы можем доказать идеально теорему, которая делается из определенных идеальных постулатов, которые делаются из определенных
аксиом, которые тоже являются идеалистическими такими, тоже воображаемыми, тоже у нас в голове. Ну, то есть у нас появляется некоторая точка, некоторые линии. Геометрия. Помню, чисто геометрия в математике сейчас, допустим, рассмотрим. Точка, линия. Найдите мне хоть одну точку в мире. В мире ни одной точки нет. В мире нет ни одной линии, которая соответствует геометрическому определению линии. А то есть линия и точка в геометрии — это воображаемые точки и линии. Можем ли мы провести через одну точку две линии, которые будут, в общем-то, ну, ща. Мы можем провести даже через одну большую точку в реальной жизни бесконечное количество линий, которые будут параллельны друг другу. Вот, вот что я вам хочу сказать. Точка может быть настолько жирной, что через нее может пройти бесконечное количество линий, которые мы чертим ручкой, допустим. Огромная точка и ручкой чертим. Вот вам какая геометрия в реальности присутствует. А идеальная геометрия, она вот так вот работает. У нее есть правила, у нее есть законы, и там есть определенная система выводов. Все идеально, все замечательно, но все, проблема в том, что все происходит в голове. То же самое с языком. Язык — это идеальная система. Соотношение нашего слова «очки» и вот этих вот очков имеет значение только для нас. Это языковая такая концепция, языковой конструкт. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что это просто сомнительно. Сомнительно, что мы говорим именно об очках. Тем более, когда мы говорим об этих очках, мы отсылаем к другим очкам, которые мы не видели, и к тем очкам, которые могли бы существовать. То есть в чистом виде мы никогда не используем чисто инстинктивные определения, только в детстве, наверное. Мы показываем нашему маленькому ребенку табуретку, и он думает, что вот, слово «табуретка», и вот эта вот вещь, единственная в доме, единственная табуретка, которую он видел, это и есть имя, имя вот этой вещи, истинное имя. У него есть папа в единственном числе, мама у ребенка есть в единственном числе, и табуретка. Вот, вот как это инстинктивно бы работало. Но язык не может, ну, некоторые языки пытаются, конечно, делать что-то подобное, но языки обычно не работают по такому принципу. Они быстро развиваются и выбиваются в абстракции, и потом ребенок начинает понять, что есть табуретки. Вообще-то есть другие мамы и папы у других детей, и все переходит на язык абстракций и мнений. И это для меня было, ну, как бы тоже в том числе важно доказать, чтобы подтвердить скептическую позицию. Продолжаем. Прочие определения идеальной системы... Так, прочие определения идеальной системы языка. Форма... А, то есть мы разобрали экстенсивные, а теперь определяем другие, в общем-то, определения, способы определения. Формальные, законодательно-этические, математические, тут тоже совершенно такая интересная форма определения, лингвистические, когда язык сам обращается на себя. То есть тоже определенный род определения, когда язык, которым мы пользуемся, должен с помощью языка описать самого себя. И такая языковая рефлексия получается, интересно. То есть это особый род, в общем-то, определения. Метафизические определения. Имеют ли они смысл? Не имеют ли они смысла? Как в академической философии, в общем-то, говорится часто Витгенштейном, например, что вот такие вот определения метафизически бессмысленны. Это мы тоже можем разбирать, но это определение своеобразного такого интересного рода. И с ними мы тоже имеем смысл работать. Есть ссылочные определения, тоже такие интересные, которые основываются на ссылках. Кто-то считает, что. Определили, отлично. Гиперссылки, как у Бодрияра, там он упоминался. Следующая моя такая важная концепция в рамках ортодоксологии — это восприятие языка как метафоры. Но слово «метафора» здесь воспринимается не просто как риторическая фигура, а как иносказание вообще. Что это значит? Что язык никогда не говорит о том, о чем он говорит. Как бы смешно это и противоречиво не звучало. Объясняю. Очки. Очки. Очки, 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 очки. Я говорю языком, это очки. Но я произвожу иносказание. Потому что я не выражаю словом очки вот этот предмет во всем его многообразии. Я вообще никак его не затрагиваю. Слово очки не имеет отношения к предмету очки. Ну, то есть, если имеет, то то отношение, которое находится у нас в сознании, в голове, как-то мы, в общем, его придумываем. Сами эти очки, вот они перед нами. Мы можем указать на них, да, вот это очки, и сегодня вот в правилах нашей языковой игры, допустим, это будет вот это будет очки. Когда я скажу «дать мне очки», кто-то должен будет принести мне эти очки. Почему бы и нет, да? И человек меня поймет, и это можно практически использовать.
Конечно, безусловно. Но язык в общих своих законах, он работает несколько иначе. Если я скажу человеку «принеси мне очки» без какого-либо контекста, он, скорее всего, принесет мне, может быть, какие-нибудь баллы, «принеси мне очки». Простите, да, это шутка, да, это шутка на игре слов основанная, да. Принеси мне цифры, большие баллы, очки, засчитает мне очки, в какой-нибудь игре очки давает. Но он принесет мне какие-нибудь очки, и мое представление об этих очках будет немного разниться. Например, я буду воображать себе, что он принесет мне вот такие очки воображения, так сразу. Я хочу очки, не знаю. Купи мне очки, друг, пожалуйста, на день рождения. Я думаю о таких круглых очках, шикарных таких, ух. Чтобы было пафосно, клёво. А он мне приносит очки с такими прозрачными линзами хипстерскими. Мое ожидание, тот смысл, который я вкладываю в слово очки, будет в данном случае не соответствовать тому, что мне принесли. И надо будет делать очень много уточнений, чтобы наш оппонент это понял, наш друг, наш товарищ, который покупает нам на день рождения очки, это понял. Язык в данном случае метафора. Иносказание, он никогда не обозначает то, на что указывает. Вот в этом смысле он метафора, и концепцию метафоры я разрабатывал еще с первой своей книги, которая называлась «Ортодоксология». Ну и концепция довольно-таки интересная. Изменчивый образ слова. Образ слова здесь вожу понятие, потому что в языке важно не то, что он говорит, а то, что он, каким образом он отсылает нас. Вот в этом смысле получается. Образная теория языка у меня, наверное, превалирует. Хотя я тоже в ней сомневаюсь, но важно-то не то, что мы скажем или на то, что мы укажем. Укажем ли мы на этот предмет. Важно то, что мы вообразим после произнесения. Воображение у нас появляется некий предмет, некая сущность, некие очертания, с которыми мы уже и работаем. Нам говорят, принеси нам очки. У нас появляется образ очков. Ну, не всегда прямо явно появляется образ очков, но мы приблизительно понимаем в образном смысле, что за очки от нас требуют. И потом мы приносим какие-то очки. Причем на этом основывается суть непонимания в том числе. Какое бы слово мы ни использовали, другой человек может использовать его в другом смысле, и у него могут возникнуть другие образы во время его, в общем-то, озвучивания этого слова. И проблема с очками, она мелкая довольно-таки, и разница трактовок не такая уж большая, чтобы человека, которого мы просили купить очки, не купил нам все-таки очки в итоге. Ну, единственная проблема в данном случае может возникнуть в том, что он жаден. Это уже другая, это не философская проблема, к сожалению. Сходство и сравнение реальности с нашим образом. Да, приходится сравнивать реальность с нашим образом. И это тоже довольно-таки трудно и делает непосредственно само слово, сам язык иносказательным, метафорическим. Возможно ли метафора без образа? Ну, например, есть такие метафизические концепции, как Бог, бесконечность, вечность, всемогущество, всезнание, истина, законы природы, сила Бога, физическая сила, именно физическая физика. Не мускулы, не бицепсы, а физика. В общем, существуют вот эти вот штуки. Вообразить их нельзя. Бог, ну, христианский Бог, именно христианский Бог. Он ничего не значит, он не должен всплывать в нашем воображении, по сути. Бесконечность тоже, по сути, не должна всплывать в нашем воображении. Вечность также не должна как бы всплывать, но все, я думаю, понимают, что когда мы говорим слово «бог», если мы что там воображаем такого бородатого деда внезапно, это не он. Это просто ваше воображение немножко разыгралось. Но! Вот в этих старых дедах, в Иисусе Христе, в иконах, бесконечность, когда разбираем, во фракталах, проявляется этот самый образ. То есть метафора в чистом виде, безобразная, которая в корне является безобразной, она все равно притягивает себе какие-то вспомогательные символы. Бог апеллирует к Иисусу Христу. Иисус Христос – это изображение такое божественное на земле. Это его аватар, так скажем. У многих богов есть аватары. Я, кстати, наверное, даже признаюсь, что я не знаю ни одной концепции в мире, которая бы повествовала о каком-либо боге,
любом множестве богов, одном боге, у которого бы при этом не было как минимум вспомогательных символов для восприятия этого самого божества. Когда мы воспринимаем Аллаха, например, в исламской архитектуре, у нас присутствуют различные точки. Точки, из которых все разрастается, все как бы воспроизводится. Это показывает Аллаха. Аллах един. Его нельзя изображать. Есть запрет на изображение. И там со вспомогательными символами все не так просто, как в христианстве. У христианства явный вспомогательный символ — Иисус Христос. А в исламе это точки. Такие вот точки в архитектуре, например. Либо какие-то еще символы, которые помогают нам понять, что такое единство, что такое единый Бог, что такое всемогущество и прочие такие абстрактные термины. То есть я не знаю ни одного примера в религии и даже, наверное, в философии, когда все вот это вот обходилось бы без вспомогательных символов. Вспомогательные символы нужны, и воображение всегда получается включено даже в самые такие вот дальние метафизические исследования, которые, как бы казалось, не имеют никакого значения, а на самом деле имеют. На самом деле имеют значение с точки зрения, что они воображаемы, есть образы под ними. И образ является этим самым значением, означаемым словом. Вечное несоответствие. Вернемся к проблеме образа и реальности. Образ никогда не соответствует реальности. Образ своеобразная тоже абстракция. Даже когда сейчас я закрою глаза и воображу эти потрясающие очки, я не воображу каждую трещинку этих очков. Я не воображу их со всех ракурсов и параметров. Я могу осмотреть их миллионы раз и попытаться запомнить все стороны этих очков. Даже могу практически идеально с точки зрения людей рисовать их, но это все равно не будут реальные очки. Даже если они будут, ну, прям вот почти точной копией. Если я вам нарисую вот такие вот очки, которые просто не срисовывая, из своего воображения то же самое сделаю. Это все равно будет вечное несоответствие. Ну, просто несоответствие будет в маленьких таких масштабах. В тех масштабах той погрешности, в которой человек воспринять не может это несоответствие. Вот так это будет звучать. Поэтому язык все еще остается иносказанием. Язык в данном случае получается как инобытие в иносказании. Хайдеггер говорит: язык – дом бытия. Язык – дом бытия. Но я бы сказал, что язык сам по себе есть инобытие в иносказании. Он не есть бытие сам по себе. Он есть инобытие, он другой. Он совершенно другой. Он не соответствует реальности, видимо, просто по определению. А если и соответствует, но это надо очень-очень-очень обстоятельно доказывать. По-моему, никто не смог этого сделать. Из того, что я читал, ну, вот даже близко подхода такого не было. Доказать действенность языка не получалось, наверное, даже ни у кого. И Рассел, бедный, тоже в итоге отказался от атомической своей теории. Ну, не смог. И сам признал. Я думаю, я не встречал. Я, опять же, не специалист в аналитической философии. Если кто-то мне хочет подкинуть что-то вот такое вот интересное, где это опровергнется данное утверждение, ну, давайте вперед. До тех пор язык — это инобытие в иносказании. То есть не имеет никакого отношения к реальности и к бытию. Скорее всего, вероятно. Это такой скептический троп, и на него очень удобно рассчитывать обычно. Хорошая метафора, в том числе, инобытие в иносказании. Одна большая живая метафора. Сам язык обладает метафорической тоже, конечно, определенной мифологической, воображаемой жизнью. Он не является закостеневшей сущностью. Это не какой-то классический язык. Язык всегда живой. Любой язык так или иначе двигается, перемещается от носителя к носителю, меняет свои составляющие, значения тех или иных слов постоянно меняются. Язык изменчивый, он всегда иносказательный, он всегда иной. Язык разных людей, причем говорящих на одном и том же языке, по сути, на русском, например, это всегда два разных языка, две разных системы. Один человек определяет что-то одним образом, другой – другим. Определения могут быть как радикально противоположны, так и отличаться в незначительных аспектах, но все равно отличаться. Причем за каждым словом лежат разные образы, как мы уже разобрались. И это все связано с языком в целом и с языком внутри каждого из нас.
То есть вы уже должны понимать сложности работы с языком, как это вообще все многогранно, как это сложно с ним разобраться. И, наверное, даже невозможно. Потому что русских языков существует ровно столько, сколько существует носителей русских языков. А, существуют некоторые, конечно, общие черты, которые заставляют нас все-таки сделать вывод о том, что язык-то один. Но все куда сложнее. Так, выводы делать не будем, мы уже их сделали, по сути. Я пытаюсь сократить. Абсолютизация языка. В 20 веке стала популярной концепция преувеличения значимости языка в аналитической философии по преимуществу. Но и не только. Европейские континентальные исследования тоже были в значительной степени направлены на вот эту вот самую абсолютизацию языка, как метода познания, как языка, влияющего на мышление непосредственно. Но я считаю, что язык — это часть. С мышлением он отчасти связан и иногда может на него повлиять. Но далеко не всегда, потому что на мышление, если уж так подумать и попробовать вообще прилично, а что такое вообще мышление? Ну, точно не сам язык по себе. В мышление входит также и воображение. Воспоминания, эмпирический опыт, чувства и все что угодно может так или иначе взаимодействовать с мышлением, влиять на него, изменять. И в таком смысле значимая роль языка падает очень резко. Вопрос, можно ли мыслить без языка? Не знаю, ну, наверное, можно. Наверное, все-таки можно. Ну, я не буду здесь точно утверждать, это сомнительное утверждение было бы. Но, наверное, все-таки можно. Но нельзя подтвердить, мыслит ли существо, если у него нет языка. Вот. Вот такая проблема получается. То есть у дельфинов, например, говорят ученые, невероятное восприятие. Эхо, огромный мозг работает на то, чтобы воспринимать эхолокацию, и он видит почти все из этой эхолокации в своем мозгу. Это так замечательно, потрясающе. Может ли дельфин мыслить? Поскольку он не обладает ни одним из человеческих языков, мы не можем этого подтвердить как минимум. Но мозг у него при этом большой. Большой, качественный, работающий мозг и очень сильное восприятие. Язык без автора, ох, к Барту решили обратиться ненадолго. Видимо, я выступаю против концепции смерти автора, которая была как раз основана на абсолютизации языка. Тоже вот такая вот тема, связанная с тем, что язык настолько абсолютизировался, что он заменяет автора. То есть некоторые исследователи говорят о том, что творит-то не автор, творит сам язык. Я против этого, я это критикую. А язык над мышлением и воображением сомнительно, 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 что язык над воображением, над мышлением. Ну, то есть, во сне мы можем видеть какие-то бессловесные сны, например, без проблем. Работает отчасти, наверное, наше воображение работает в данном случае. Конечно, ситуация сложная, я это разбирал в статье, в книге «Апофатическое воображение», и в своей лекции я разбирал все эти сложности, так или иначе, связанные с воображением. Ну и язык здесь как-то вот непонятно, куда его, в общем-то, деть. Мы можем вызвать с помощью языка образ, но образ-то возникает в воображении. И не факт, что мы вызовем у человека тот образ, который мы хотим. Человек вызовет в своей голове тот образ, который у него как бы возникнет, который у него существует. Ну, например, я говорю, вообразите стул. Вообразите стул. Вы воображаете стул, на котором вы сидите. А я воображаю стул, на котором сижу я. Вот его спинка там. Я не буду его показывать, это древний стул. Да. Здесь все тоже достаточно просто. Воображение, язык. У них какие-то довольно-таки странные такие взаимоотношения. Неоднозначные. Язык как религия. Вау. Язык как такая узаконенная система, в которой есть определенная иерархия, в которой есть такие определенные стражи языка, филологи, есть авторитеты языка, классики, и мы ориентируемся на классиков и сообразуем с помощью вот этих классиков свой язык. Ух. Да, это религия. В данном случае, в такой трактовке, это религия, получается. Вера в силы языка также у людей часто присутствует. Да, обожествление языка, ну, все одно и то же. Но тут доказательство о религии. Переоценивание языка имеет место.
Ну, я так считаю, по крайней мере, я это вот в этой книжке доказываю более подробно, чем у меня сейчас получилось делать. Ну, иначе бы мы тут еще на несколько часов бы застряли. Язык как основной метод познания. Вот и мы наконец-то добрались. Добрались до гносеологической проблемы, которую надо было бы решить. Как язык может функционировать в познании? Мой ответ сомнительно. Мы не можем узнать, действительно ли мы владеем способностью познавать с помощью языка. Вообще, может ли язык быть базой для познания? Но при этом он бесспорно, ну, он претендует на это. По крайней мере, в науке все утверждения ученых записываются в статьях и монографиях. Все это язык. Делаются трактовки. Тоже язык. Составляются теории, это тоже язык. И математика в некотором роде это тоже определенный описательный язык. И не только описательный. Важность языка для познания на Западе очевидна. Но вот вопрос только в том, что мы сможем сомневаться в том, что он вообще может помочь нам в познании. Язык и логика. Логика вся выражается так или иначе на языке. На математическом языке порой да. На обычном русском и английском, китайском, любом другом языке, возможно, да. На языке символов тоже возможно, да. Там символы А, там что-то там, знаки дизъюнкции или что-нибудь такое. Тоже да. В любом случае, логика выражается на языке. И если язык сомнителен, логика автоматически становится, ну, тоже может быть подвергнута сомнению. Это тоже просто и понятно, я это много раз объяснял. Тут я разбираю канонический пример, Сократ человек, Сократ смертен, разжевываю его, ну, это тоже все просто. Язык и математика, математика как язык, мы можем записать любое математическое, в общем, любую математическую функцию, уравнение, пример с помощью языка. 1 плюс 1 равно 2, вот написано. А можем записать это вот так. Утверждение абсолютно равносильно. Никакой разницы между ними нет, кроме того, что это выражено языком, обычным языком, русским языком, языком, с помощью которого можно описывать качество. А это количественный язык математики, так довольно бедный язык, начнем с того, заточенный только на количественные измерения, на количественные какие-то рассмотрения и практически не работающие с какими-то качествами, которые не являются измеримыми математическим. Очень такой вот специальный язык получается, математика. И к математике, на математику работает все то же, что работало выше. Вся критика языка работает на математике, именно поэтому. Ну вот, логика. Всякое А равно 1, у нас есть А, оно равно 1. То, что это утверждение аналогично силлогизму с Сократом. Язык и метафизика. Здесь я вроде как оспариваю немножко аналитические концепции. В принципе, трудно считать метафизические концепции бессмысленными, потому что за ними уже лежит некоторая образная база, некоторая рациональная база, мыслительная. Ну, то есть здесь проблема не только в языке, не только в значении, не только в смысле. Здесь все значительно сложнее. И метафизика определенно не бессмысленна. Но у нее есть какой-то смысл, у нее все-таки есть. Язык из естествознания разбирается, язык и общественные науки, как это все там работает, что обозначает, как, зачем, почему. Гуманитарный, ну все, здесь уже понятно. Вывод, все, последний нет. Создание языков и языковая комбинаторика, да. Ладно, все, здесь я немножко просто выскажусь о том, что имеется возможность также самому создавать языки под специальные нужды. Например, санскрит был создан как специальный язык под нужды йогов, практиков и других там гениальных таких забавных людей, интеллектуалов, в общем, которым нужно было очень тонко все разграничивать, определять, отличать одни состояния от других. И получился довольно сложный и очень качественный отчасти философский, отчасти религиозный язык, который очень так хорошо и много использовался. Санскрит – пример того, как искусственно был создан язык. С помощью языковой комбинаторики мы можем создавать языки. Свободное создание языков или несвободное, узаконенное в соответствии с нашими целями. Шифр. Шифровые языки можем создавать, как я здесь написал. Комбинаторика языков реальности, как она на самом деле происходила, я, наверное, упомянул здесь санскрит.
Нет, не упомянул. Ну, сегодня здесь упомянул санскрит. Языки, сотворенные в одиночку. Да, чаще всего языки создаются группой людей. Но есть некоторые фантасты, потрясающие, замечательные люди, которые занимались созданием языков непосредственно сами. Например, Толкин. Снимаю перед ним невидимую шляпу, потому что это действительно работа интересная. Но для данной книги она является бесполезной. Ну и многие, наверное, сочтут создание таких языков тоже бесполезными. А человек старался, между прочим, и провел такой интересный философский, для нас философский опыт. Мы можем воспринять этот опыт философский и с ним тоже поработать, и понять, что языки можно, да, действительно творить очень свободно. Если их можно творить свободно, если мы можем комбинировать языки, создавать их как угодно, если они живые, и мы можем эту жизнь языков внутри себя каким-то образом менять многообразно и многогранно, то какое же максимальное вот это вот сильное влияние языков, какое влияние этот язык может на нас оказывать? Если мы сами являемся богами и творцами этих языков. Интересно, ну просто вот действительно интересно, как аналитическая концепция, и не только аналитическая, которая базируется на абсолютизации языка, все-таки существует с учетом таких интересных фактов, что мы можем просто творить языки, бесконечное множество языков мы можем просто вот на пустом месте сотворить на разных принципах, принципах иероглифической письменности, на принципах буквенной письменности, на вообще любых принципах, можем черточки какие-нибудь там чертить в каком-то порядке, и это будет что-то значить, можем точечки ставить в каких-то пропорциях, это тоже каждая совокупность точек будет что-то значить. Можем делать вообще все, что угодно с языками, создавать новые языки, новые письменности. Прямо сейчас могу сесть, создать язык. То есть вы, мой слушатель, можете прямо сейчас взять, сесть и создать свой язык. Если вам совсем делать нечего, конечно, ну, вы можете это сделать. Уже сама возможность сделать это показывает, что абсолютизация языка, ну, нелепо. Также предлагается методология создания языка. Разбирать ее я, наверное, тоже не буду. Мы обсудили многие интересные вопросы. И есть еще один раздел, восьмой. Язык в ортодоксологии, конечно же. Язык и скептицизм. Ну, вообще, в ортодоксологии утверждается, что язык по определению практически всегда догматичен. Ну, то есть, язык нужен для того, чтобы воспроизводить догмы. Догмы, они существуют на языке, и почти все языки, которые существуют, они догматические. Наверное, не может существовать недогматических языков. Потому что, да. И скептику приходится обходить эту догматичность какими-то парадоксами, какими-то софизмами, какими-то утверждениями, которые помогают его слушателям усомниться в тех позициях, которые у них были. То есть скептик не может, очень редко может, по крайней мере, ну, практически никогда не может говорить со своим человеком, с человеком, с которым разговаривать напрямую, скептическими терминами, скептическим языком, потому что любое определение, любая определяемость оказывается сомнительной и оказывается частью догматического языка. И все, что произносится, вот все, что я произносил, все, что я наговорил за вот это вот время, это все догматично, и это все отчасти противоречит скептицизму. И поэтому приходится применять уловки, чтобы пересилить язык, чтобы перерасти язык, чтобы стать больше самого языка и донести до человека больше, чем на самом деле было сказано. Вот это является самым сложным для скептицизма, потому что состояние скептицизма — это чистота. Все чисто, пусто. Ни языков, ни мнений, ни убеждений. Но привести к этому состоянию можно с помощью языка. У меня большое количество текстов, в которых я пытаюсь провести такие языковые эксперименты. И вся вот эта книга, как и практически все мои книги, это такие вот, собственно, эксперименты по попытке вывести людей, некоторых хотя бы людей, которые могут это сделать, у которых есть предрасположенности к этому, в сферу абсолютного скептицизма, и уже из нее они смогут функционировать, что-то делать. Может быть, даже работать над теми же самыми вопросами, над которыми работаю я. А язык и понимание, и так далее, так далее, так далее. Хух. Ладно, это тоже было немножко дольше, чем я предполагал. Текст тоже более... Он, кстати, лучше, чем мне запомнился. Я, честно говоря, очень рад. Очень рад, что текст меня не разочаровал. Ну, просто я тоже уже не все помню, что я написал, особенно дословно. Иногда мне даже казалось, что это халява какая-то была, потому что я его быстро написал, он маленький. Нет, нормально, нормально. Могло быть намного хуже. С учетом, что я не профессионал.
восьмикратно, в общем-то, прощаюсь с вами. И желаю понимания. Сейчас будет заставка. Зрители, которые, в общем-то, это смотрят, могут остаться здесь и еще немножко со мной пообщаться после заставки.